Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Брейн, и сегодня со мной... Окно в мир! Всем привет! Сегодня, ребят, мы посмотрим игрушку-хоррор под названием «Три дня... смерти». В общем, так игра называется. В общем, довольно жуткое название. Это версия мобильной игрушки. Это, еще раз говорю, хоррор-игра. И сегодня мы попробуем с «Окно в мир» посмотреть, что за у нас хоррор-игра. Если получится, попугаемся, посмеемся. Ну что ж, ну а мы поехали. Так, нажимаем с вами «Играть». Здесь у нас с вами режим есть... Практика, легко, средний и жесткий. Так, качество у нас будет низкое. Есть низкий, есть средний и высокий. Так, ну что ж, давайте. И также есть у нас еще качество темное и музыка. Ну, с музыкой оно все нормально, поэтому нажимаем «Играть». Так, не забываем одевать наушники. Где я? Как я сюда попал? Ах, должна быть тот ужасный человек. Ух ты, довольно быстрые эпизоды идут. Почему он привел меня сюда? А дальше мы не прочитали. Да, мы какой-то чтились в какой-то комнате. Ёпта. Скорее всего, нужно найти выход. Тихо. Что это мы туда не проебываем? Что за шкафчик? Ни хрена, ничего не видно. Здесь, скорее всего, прятаться. Что ты думаешь, окно мир? Здесь, скорее всего, нужно прятаться. Ох, хотя хрен его знает. Ой. О, господи. Нет. Фух. Я аж напугалась. Ебическая сила. Нас маньяк ушатал. Я сказала, нужно прятаться. Боже мой. День второй, блин, пацаны. Ой, бай. Короче, быстро шкерся. Бля. Закрывай нахер шкафчик, блядь. Все, давайте здесь посидим. Надеюсь, нас этот хмырь не найдет. Кстати, у нас есть здесь фонарик. Как в кейс Animatronics. Так, вроде бы его не слышно. Он вроде бы не идет. А теперь идет. Вот он. Блять. Ни хрена это опасный тип. Бля, нихера. Мне уже игрушечка нравится. Ты где там, уродец? Вроде ушел. А может и нет? Я не знаю, куда он пошел. Я тоже. Ну что, выходим? Давай. О, господи. Немного страшно, точнее даже страшно. Бери, что там у нас? Ой, бля. Ой, блядь, все пацаны. Жопа. Походу, там нужно что-то найти. Нам нужно, короче, найти ключ. Или... Я не прочитала, что там нужно найти. Понятно, звуки грома. Извините, что молчим, мы просто слушаем. Да, ребятушки, нам нужна буквально тишина. Мы же слушаем нашего маньяка, или как его... Профессора. Все, ребят, мы нашли, короче, молоток. Быстро бери его. Ого. Ой, бля, пацаны. Пиздец, конечно.
Мы еще не знаем, где он ходит. Блять. Нам пипец. Все, пизда, пацан. Он нас сейчас увидит. Ох, fuck you. О. Я не пойму, нам что, нужно открыть все двери? А сколько нам дней на это дается? 3? Это что, последний? Охрененно, слушай. Блять, опять эти ебучие ключи. Боже мой, ё-моё. Ой, хреново дело, ребят. Короче, мы должны как-то выбираться нахер отсюда. Бля, быстрее беги. Ой, бля, пацаны, херово дело. Это что там у нас? Что у нас тут? Бегом, блядь. О, ключик. Ключик, блядь, раз. Быстро, сука, бери нахуй. Открывай этот ебучую дверь. Ой, блядь, пацаны, все пиздец, конечно. Блин. А может, двери нужно за собой закрывать, чтобы он не запалил? Есть, блядь. Мы попали куда-то. Блядь, хули ты стал? Сука, мы бежим, блядь, по сугробам. Господи, думал, это он. Бля, мы кому-то... О, ключик. Боже мой, бля. Господи, кто это? Ой, фу. Ой, бля, от кого-то порубили, ебать. Ебать, это маньяк озабоченный. Сука. Крыска. Кошмар. Ой, блядь. Давайте фонарь включим. Блин, довольно темное помещение, слушай. Ебать. Эта игра самая страшная, в которую я играла. Туши нахуй фонарь. Мне кажется. Бля, в жопу идите. Ребят, хуевое дело. Бля, мы еще какой-то ключ взяли. Сука, блин. Не шуми, блядь. Нам... Мы меняем ключи, мы не можем взять 2. Пиздец, урод, бля. Куда мы с вами попадаем? Это пиздец, конечно. Нам надо еще слушать этого пиздюка. Он идет. Беги, блядь. Блин. Капец. Все, пацаны, нам походу пизда. Сука, блядь. За движки все. Идеальное место, смотрите, ребят. Зашкирились, как под дверь. Он, наверное, прошел мимо. Я пока ничего не слышу. Так, мы нашли пока что с вами 2 или 3 ключа. Мы все с вами из того, что я запомнил. Мы с окна в мир нашли 2. Молоток. Да, 3 ключа. И все. Пока что ничего. Бля, нихера этот маньяк расчленяет всех людей. Жесть. Кошмар. Так, что у нас тут? Бля, здесь тоже какой-то кусок, он еще один появляется. Звуки грозы? Ну, пока что не особо так пугают. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ёпана. А, это просто мусор. Это мусор. Бля, ну это пиздец, конечно. Что, продвигаемся? Да, это, кстати, уёмище ускакало. Ой, бля, пацаны, пиздец. Бля, куда мы попали?
тут чего? А, это, наверное, дверь нужно было закрыть. Бля, закрутили с собой нахуй. Так лучше, я так думаю, будет. Бля, тут все мы закрыли. Бля, ну... Ключик нам нужен. Бля, а вот где... он, вот он, бля. О. Окно, вер, вот он. Да. Ты просто... Да ёбаный... Ты какой-то ключ брал? Бля, какой мы ключ с вами брали? И ты его, походу, выкинул. Мы к, не... к этому уёбку, что ли, должны идти, бля? Бля, пацаны, это всё это пиздец, конечно. Короче, нам, походу, будет пизда. Господи, я думал, это он. Бля, он что, уже здесь был, что ли? Или это мы так проскакали? Это ты. Это мы. Ну это жуткое состояние. Это он двух или трех людей, блин. Ой, короче. Блять. Ему нужно идти в психбольницу. Звуки грома чуть-чуть мешают. Бля, ну чё, пацаны. Он идет. Блять, пацаны, съебаемся. Бля, нихуя ничего не видно. Ой, сука. Плохая видимость. Блять, туши фонарь. По-моему, он находится там. Я слышу. Он идет. Блять. Иди в жопу. Иди в другую сторону. Как он меня нашел? Бля, игра кончена. Вы посмотрите, ребят. Короче, нам... А, во, игра у нас, короче, так и называется. Три дня, короче, чтобы нам выжить дают. И, короче... И мы их просрали. Ну да, это у нас первый обзор получился. Так, давайте вернемся в главную. Ладно, ребят, мы провалили, короче, провалили уровень легкий на три дня, получается, выживания. Ну, здесь у нас есть, опять же, режимы практика, средний и жесткий. Ну, мы посмотрели, как себе легкий уровень оказался, как и примерно средний. Но давайте посмотрим практику. А еще я заметил, что, получается, под каждым режимом пишут различные, как бы, описания, что этот маньяк может делать. Ну, давайте посмотрим режим практика. Так, здесь переводится «его нет дома, и теперь вы можете свободно бродить и исследовать». Так, ну вот, окно в мир перевела перевод, что маньяк, короче, на этом режиме делать не может и чего он может. Так, ну что ж, давайте нажимаем играть. Опять наше внимание, типа одевайте наушники, различные крики. Так, где я, как я сюда попал? Ах, должен быть тот ужасный человек, который напал на меня. Прошлой ночью. Почему он привел меня сюда? Мне нужно найти способ сбежать из этого места. День первый, смотрите, ребят. Давайте посмотрим на практике режиме, какой у нас маньячок. На легком уровне мы посмотрели, кто это вообще такой и как он вообще выглядит. Ну, на уровне практики переводится, что его нет дома, поэтому мы можем ни о чем не беспокоиться. Удивительно, все почти двери откроются. У нас еще есть фонарик. Так, сейчас он... А, вот. Так он у нас горит. Хорошо. Я предлагаю... Так, ух ты, книжек. Здесь мы уже были, по-моему, с вами только на уровне легком. Угу. Хотя ни хрена он не легкий. А я даже не представляю, что он будет на уровне жестком.
Давайте лучше фонарь включим, мне так будет, наверное, нам будет легче. Каминчик. Или это телевизор. А, нет, камин. Давайте погреемся. Бля, хотя... Зачем нам греться? О, кстати, ящик. Ага. Есть ничего нет? Ничего нету. Ух ты, ящички. Три ящика, здоровых ящичек. Ладно. Пойдемте отсюда. Так, здесь у нас пусто. Мне вот напоминает, ребят, вот эта игра про Гринпа. Угу, немного похуже. Боже мой, а, ну это мы уже с вами... Каждый раз пугаюсь. Это мы уже с вами видели. Опять звуки грома. Боже мой, ходим по бродячему подвалу. Или по какому-то зданию, хрен знает, лампочки какие-то. Но его нет дома, ура! А, кстати, ребят, здесь мы с вами не были на уровне легком. Ну, мы просто смотрим, что за уровень практика. Просто как бы сначала нужно ознакомиться с игрой, а потом можно уже играть. Это у нас еще телевизор? Компьютер. Хорошо. А это уже старый какой-то компьютер. Еще смотрите, можно пооткрывать. Так, второй ящик такой. Удивительно, то второй ящик можно открывать. Так. Идемте дальше. Опять эти бродячие подвалы. Ого, какая красивая дверь. Давай, проходи. Боже мой, так. Я так понимаю, этого хмыря сейчас здесь нету. Блин, кровати уже появились, ни хрена. Интересно, для кого это? Ну, наверное, для заложников. Ты шкафчик его открыть можем? Можно. Это что, типа мы так можем взять и зашкериться? Да, в принципе, можем так и зашкериться. О, а это, кстати, открыть нельзя. Напоминает шкафчик аниматроников. Угу. Когда в ванну заходишь, там много шкафчиков. Что за баги происходят у двери? Ого. Что за баг? Что это за фигня? А ну, фонарик. А так проходишь? Туда можешь прийти? Мы не можем. А, нет. Удивительно, мы прошли. Так. Кресло, на котором можно отдохнуть. Интересно, здесь кто сидит? Понятно. Так, диванчики. Разброшены всякие бумажки. Мы пока изучаем это место, но просто смотрим. Так, посмотрим, что у нас тут. Давай, включи фонарь. Раз. Что у нас тут? Вообще ничего нету. А вот в этих ящиках... Так, двери еще. Я так понимаю, здесь у нас ничего, походу, не будет. Потому что мы, типа, уровень изменили. Типа, практика, нам ключи уже не нужны. А получается, где здесь выход? Так, шкаф, в котором мы уже были. А как бы нам попасть в тот подвал, где этот, короче, маньяк озабоченный? Так, проходи, проходи, проходи. Кстати, ребят, это уже новые места, где мы, кстати... На уровне легком не были. Так, включай фонарь. Довольно темное место. Фонарей ни хрена нету почти. Слабо освещают. Кроме вот этой картины.
Ну, мрачная, тем не менее, картина. Тусклые фонари. Идем по Кокуновой опять к коридору. Я так понимаю, короче, мы маньяка здесь... Ух ты, дверь зеленая. Ого. Нихера. Что за роскошь? Мы попали на второй этаж. Офигеть. Ой, еще какое-то пространство. Смотрите. Так, ладно, давайте дальше искать. Мне кажется, бесполезно искать в ящиках. Здесь особо ничего нету. Только на уровне легком доступно. Опять идем по лестнице. Возвращаемся к зеленой двери. О, это уже другое. А, нет. Немножечко тут маленькое управление, где пройти просто невозможно. Еще одна зеленая дверь. И опять какой-то спуск. Так, все понятно. Откуда мы с вами, интересно, пришли? По-моему, мы с этой лестницы с вами поднимались. И вот куда-то отсюда. А вот. Походу, мы отсюда с вами явились. О, господи, бля. Нервишки тащикоти, да? Игрушечка нам нервишки пошикотала-то. Бля, опять мы на этот зал возвращаемся. Как нам отсюда вообще выйти? Здесь мы даже выхода не нашли. Бродим, бродим, бродим. Ладно, придется походить по низу. Так, фонарь какой-то тусклый. Давай, включайся. Мы тебя перезапустили. Ух ты, еще какой-то... Или тут замок? Найти этот ключ, чтобы его открыть. Я вот бы знал, где этот ключ. А, возможно, значит, здесь, наверное, должны быть ключи. Так что вот, куда же бы нам попасть? Слушай, нам прям как лабиринт сделали. Выхода даже не найти. Слушай, какой-то кошмар. Мы заблудились, походу. Блин, он еще и в фонарях застревает. Неужели это такой длинный? Короче. Давайте попробуем поискать этот грёбаный выход. Я вот только не вижу, кроме шкафов. И вот этого зала. Куда вот интересно идти, хрен его знает. Открывать двери. Ой, зря мы, походу, сюда зашли. Я думал, что мы тут выход с вами найдем. А, хрен тебе. Давай, проходи, алло. Короче, мы, походу, по кругу катаемся. Я уже не знаю, как мы отсюда выйдем. И выйдем мы ли мы вообще. Как нам отсюда вообще выйти? О, какой-то зал, смотри. А по-моему, мы уже начинаем выбираться. О, походу, мы выбрались, куда нам нужно. Так, здесь мы уже с вами, по-моему, побывали. А в этом шкафу что? Здесь по-прежнему ничего. Кошмар. Так, проходи, проходи. Здесь это белая можешь... штука какая-то. Да, вот интересует, что за вот эта хрень.
Ладно. Идем наверх. Во, все, мы, походу, выбрались с этого зала. Что за дверь? Понятно, мы здесь были. Я оставляю включенным фонариком. Фонарик, чтобы нам было намного быстрее. Ой, как его? Удобнее видеть. Да, удобно видеть. Или лучше вы видеть. О, знакомо, прям коридорчик, смотрите. Это прям было на легком уровне. Угу. Кстати, вот за этой дверью нас и ушатал этот маньяк. Мы вот здесь так вот с вами, так помните? Мы так с вами взяли, зашкирились, и он нас, короче, через дверь уничтожил. Я просто не знаю, как он это вообще сделал. Разброшенные кишки, позвонки, блядь. Ну, страшное, в общем, да? Слабонервным уйти вообще. Так он пул отсюда. Да, маньяка, короче, нет. Мы что-то его вообще не видим. Но это же уровень у нас практик. Ну, когда я перевела, там было понятно, что его дома нет. Поэтому мы можем спокойно чувствовать. Так, ящики пустым. Закрывайся, закрывайся. Здесь, скорее всего, уже ничего не попадется, потому что двери не закрыты. Так, ну все, по-моему. Ладно, друзья. Думаю, здесь мы закончим с вами серию. С вами был Брейн, а также Окно в мир. Мы вам желаем всего хорошего. До скорых встреч. Всем спасибо за просмотр. Ставьте всего... лайки. Всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.